Черт, в кого я превратился! С того дня... С того самого дня я никак не могу успокоиться! Тот и день. Катану полируют! Огонь в моем сердце снова бушует! На японском это звучит не так. Впрочем, сегодня-то... Сегодня-то я поведаю Нита-сан о своих чувствах. Вчера я уже убрал все возможные помехи. Слышь, перед домоводством завтра. У тебя заболит живот, понял? Завтра у нас кулинарные занятия, да? Завали ебало! Эри-чан, сейчас будут кулинарные занятия, да? Пойдем вместе. Будем готовить тушеное мясо. Мне по душе жарить южных варваров. Слушай, а тот парень не в группе Ниты-сан? В Анибите? Он мне не нравится. Но на занятии кулинарии он, наверное, не придет. Пойди курить, пойдет на крышу. Он здесь! Да еще серьезно настроен. Ужасающий сансей. Серия 9. Стряпня на Бунаги. Нита-сан, надеюсь на тебя. Да, сделаем это вместе. Ага. Я знал, что так и будет. Смотри, смотри. Это забавно. План на сегодня прост. Подливаем. Сначала налью под бакари. В готовую стряпню Нита-сан. И кто попробует, скажет только одно. Гадость! Что это такое? И в тот момент появлюсь я и съем все. Пальчики оближешь, Нита-сан. Обалдеть! Он съел всю стряпню Нита-сан. Потом, как ни крути, Нита-сан. В небучикон и я... Люблю тебя. Эй-эй-эй! Ну не тут же. Идеальнее некуда. Так, приготовьте тушеное мясо. Объяснять ничего не буду. Все есть в учебнике. Может, начнете учить нас? Я продегустирую и все. Да что за фигня? О чем ты? Учитель должен оценивать то, что приготовил ученик. Не слушает. Ну что? Налью-ка сюда немного машинного масла. Эй, дура, что творишь? Стой! Эй, это чертовски плохо! Тушите огонь, тушите! Ах, да, то, что надо. Да нифига! Вызывайте спасателей! Не торопись! Ванибучи, ты говорил, что мы вместе сделаем отличное тушеное мясо, да? Готов? Готовить, говоришь? Истинный самурай не берет свои слова обратно. Продолжай. Закончим начатое. Не шутишь? Хорошо. Добавляй овощи в набе. А потом немедленно вари ванибучи. А потом медленно варить на маленьком огне? Да нифига, Нита-сан! Как тут на маленьком-то получится? Нита-сан! Нита-сан... Точно. То, что я могу сейчас, это закончить приготовление. Нита-сан, я обязательно приготовлю. Нита-сан, я люблю тебя. Вот как. Поняла. Народ, давайте эвакуироваться. Да что делать-то с этим-то? Опять школу чуток поджарили. Эй, Ванибучи! Чё? Говорил, что любишь? Нита-сан. Вот это, любишь, да? Ну же, кушай-ка. Нет! Перевод подготовила команда Yukasub Studio. Перевод на русский — Химик. Редакторы субтитров — Кипенрус и Харушка. Текст читал Сахаб. Озвучивание и адаптация проекта Animedia.tv. Релиз не для продажи. Продолжение следует.